Так, брат, знаешь ли ты историю, когда Али, да будет доволен им Аллах, отказался убить врага, плюнувшего ему в лицо? Он сказал, что сражается ради Аллаха, и если бы он убил его, то сделал бы это из-за злости. Так почему вы не можете перешагнуть через личные обиды ради Аллаха? Речь не идет о прощении, а об объединении усилий ради веку пасыщения? Так, it's the time. Ахмед Закаев очень активно работает в медиа и дипломатических сферах, дипломатической сферах. А, участвует в движениях за независимость нас, меньшинств. Почему чеченцы в изгнании не объединяют свои усилия? Тот, кто хорошо работает, и а, если он делает хорошую, полезную работу, мы таким людям желаем только а, удачи и успехов в их поприще. А почему чеченцы не объединяют свои усилия? Здесь работает психология. Не может общество по щелчку пальца как-то объединяться. Всегда существует какой-то фактор, который этих людей объединяет или объединит. Как правило, таким фактором является какая-то агрессия, общая угроза для целом народа. Понимаете, на разных, на разных уровнях эти объединения происходят под под влиянием каких-то факторов. И это все напрямую связано с самоидентификацией человека, там, народа, общества. То есть, когда, когда, например, нам с вами задают вопрос, скажем, вот, например, возьмем меня, как пример. Если меня, я выйду на улицу, и где-нибудь там в магазине в Швеции, меня какой-нибудь человек спросит, ты кто? Вот он задаст только вот этот вопрос, да? Он два слова сказал: "Ты кто? Как мне ответить ему на этот вопрос?" И вот понимаете, этот ответ мой на этот вопрос, он будет зависеть от того, кто мне этот вопрос задает. Когда меня об этом спросит э, не чеченец, я ему скажу, что я чеченец. Хотя он вроде бы не спрашивает меня, да? Он, он не конкретизирует свой вопрос, он не говорит: "Ты кто? Ты по нации? Откуда ты родом?" Он не спрашивает. Но первое, что приходит мне в голову ответить в этой ситуации, я ему отвечаю, что я чеченец. То есть моя самоидентификация. Но когда, допустим, меня чеченец спросит, ты кто? Я не скажу ему, что я чеченец. Тут уже работает другой уровень самоидентификации у нас, внутричеченский, понимаете? Если, например, на каком-то вообще другом уровне, там где-нибудь, я не знаю, на каком-нибудь мероприятии, где собрались, допустим, христиане, меня спросят, ты кто? Я скажу, что я мусульманин. То есть здесь уже самоидентификация еще другого уровня. И, соответственно, с, с этим связано и то, как люди объединяются. Когда, когда есть угроза уничтожения народа, как по признаку, что это чеченцы, то есть геноцид чеченцев, как, например, это было в 44-м, чеченцы и ингуши, это очень серьезно объединило и чеченцев, и ингушей. Мы стали моментально единым целым, мы объединились против этой общей угрозы. Но как только эта общая угроза с нас спадает, у нас начинаются внутренние какие-то распри. И вот это вот уже автоматически, почему это связано с самоидентификацией, потому что мы начинаем уже на, на вот этом уровне самоидентифицировать себя по-разному, кто-то по тейпам, кто-то по ингуш-чеченец или внутри чеченского общества, там, я, из такого-то тейпа, из такого-то села, там, в общем, очень много таких моментов. И, соответственно, здесь начинаются какие-то претензии, предъявы и все такое, чтобы эти люди потом снова могли вместе объединиться, оставив какие-то свои разногласия. Опять нужна какая-то внешняя угроза, уничтожение там, или что-то что иное. В общем, здесь работает обычная психология. И сколько бы мы с вами не били себя по голове, задаваясь вопросом «Почему мы не объединяемся?», но мы не объединимся, потому что у нас очень много претензий друг к другу, слишком много всего сделано за это время, сказано, люди очень серьезно подорвали свои репутации. И сейчас перешагнуть это, чтобы, чтобы об этом забыть, и, несмотря на все это с этими людьми что-то делать, для этого у нас должна быть очень серьезная мотивация. И такой мотивацией, к сожалению, является только угроза уничтожения. И вот там люди тоже это понимают, в Кремле. Они понимают, что если они такую угрозу а, организуют, что мы моментально объединимся, они это знают. И там объединение вообще на любых уровнях. Там и те, и кто с Кадыровыми сегодня, если будет вопрос, представьте, если стал бы вопрос, что Кремль хочет всех а, чеченцев, людей, идентифицирующих себя как чеченцев уничтожить, то здесь сейчас не было бы вообще каких-то разногласий. А, мы бы сразу же сказали, так, все оставляем. Все, что между нами будем разбираться завтра, сейчас каждый чеченец должен выступить против возможного уничтожения. И моментально появилась бы иллюзия вот этого объединения, что мы все одно целое. Но как только мы смогли бы из-под этой угрозы уйти, то есть угроза уничтожения отпала бы, мы снова начали бы, так, ты кто, ты вчера где там работал, Кадыровцем был, ты еще там у кого-то пытал, а ну-ка ты иди сюда, а ты что, а ты помнишь, что ты тогда вот в интервью говорил? Вот а, об этом. А, а у тебя там. В общем, сразу и религиозные и, в общем, всевозможные моменты придут. Поэтому, к сожалению, это не в наших с вами руках вопросы объединения. Только какие-то факторы смогут этому а, поспособствовать. А так, если, если же ты задашь вопрос, а, ты, а вот, вот сейчас без всего этого вот готовлю ли там лично ты, Тумсо, или какие-то другие люди простить вот, допустим, какие-то моменты, сделанные так, такой-то личностью, такой-то личностью. Я скажу нет. Я скажу нет, потому что мы ну, уже натерпелись, навиделись, понимаем, что, к чему это приведет завтра, поэтому, конечно, нет. Так, брат, знаешь ли ты историю, когда Али, да будет доволен им Аллах, отказался убить врага, плюнувшего ему в лицо, он сказал, что сражается ради Аллаха, и если бы он убил его, то сделал бы это из-за злости. Так почему вы не можете перешагнуть через личные обиды ради Аллаха, речь не идет о прощении, а об объединении усилий ради веку Я же ответил уже на этот вопрос, я не знаю, как ты провел параллель между поступком Али, да будет довольным Аллах, и объединением, но это же вообще разные примеры. Я, я говорю, мы сейчас не потому, что Тумсо этого не хочет, мы этого не можем. Но так работает психология человеческая. Ты пойми, что если нет какого-то резона, какой-то опасности, то даже вот сегодня, сколько уже было таких примеров, когда объединялись, раз объединились, но завтра это, это объединение фейковое, потому что оно, в нем нет вот этого а, какого-то резона, когда на тебя есть какая-то опасность, и ты, ты ради того, чтобы от этой опасности а, уйти, чтобы с ней противостоять, и ты, значит, идешь на какие-то там уступки, объединения ты, и так далее. А когда этого нет, ты вот сейчас это сделал, а здесь вот что-то искусственное это создал, сказал, вот сейчас у нас там что-то, нам это надо сделать, ты это сделал, но когда этого реально, вот этот домоклов меч на тобой не висит, ты это все распадается, понимаешь? То есть здесь дело не в том, что это Тумсо хочет, я бы это хотел, я бы хотел, чтобы мы все были как единое, целое, такие стояли, но, ну, к сожалению, не работает это это элементарная а, психология масс. Просто нужно, это нужно принять, и нужно с учетом вот этой а, действительности нужно дальше как-то двигаться.